Мы с вами говорили о том, что делать, когда переполняет чувство вины. Даже после того, как вроде бы разобрались со своим грехом, передали все Богу, прошли весь процесс, и интеллектуально мы понимаем, что все грехи прощены, что все грехи забыты Богом, Бог не может даже дотянуться до них, все равно появляется чувство вины. Это бывает. И мы с вами говорили о том, почему это бывает и что по этому поводу делать, даже после того, как пройден процесс покаяния. Хотел бы дать вам еще несколько рекомендаций из Слова Божия. Что же делать, когда возникает чувство вины? Во-первых, признать, что эти воспоминания из прошлого подсказаны сатаной. Он обвинитель против братьев, он обвиняет братьев. И наша задача признать, откуда все это. Потому что уж точно эти воспоминания не от Бога. Не от Бога, значит, от сатаны. Да, он может использовать других людей, он может использовать разные ситуации, но смысл не меняется. За всем этим он сатана, он обвиняющий братьев. И он хочет буквально раздавить вас этим самым чувством вины, для того, чтобы вы уже не могли служить Христу, для того, чтобы вы не могли служить ради Царства Божия. Поймите это. Что по этому поводу делать? Сатана напоминает вам о вашем прошлом. Так а вы напомните ему о его будущем, о том, каков будет его конец. Второе. Когда мы поймем, кто посылает эти воспоминания, тогда нужно начать сопротивляться ему, сопротивляться этим обвинениям. Как это делать? Не позволяйте ему определять вашу повестку дня. Когда он напоминает вам о вашем прошлом, начните сопротивляться ему, словесно сопротивляться ему, используя Священное Писание. Скажите ему так: «Сатана, ты мне об этом напоминаешь, но ведь Бог удалил от меня грехи, как восток от запада. Я не позволю тебе обвинять меня. Я не позволю тебе оскорблять меня. Все, Бог не может дотянуться до этих грехов. Бог забыл об этих грехах. И на основе всего этого, на основе дела Иисуса Христа, подвига Иисуса Христа, я заклинаю тебя, отойди от меня, сатана. Вы имеете полное право так поступить, потому что в Священном Писании Библия называется мечом духовным. Это единственное настоящее наступательное оружие, данное нам. Как поступал Христос, когда искушал его сатана? Трижды. Трижды сатана подступал ко Христу, а Иисус отвечал ему: «Написано, написано, написано». И, наконец, сатана отступил. Отступил. Да, он попытается смущать вас. Да, он попытается мучить вас. Да, он начнет обвинять вас. Он будет подкидывать вам воспоминания из прошлого. Не позволяйте ему диктовать свои условия. Бог уже разобрался с этими прошлыми грехами. Я прощен, я свободен. Сатана, уйди от меня. Уйди из моей жизни. Не трогай меня. Я свободен на основе Божьего Слова. Может быть, кому-то это покажется неудобным, но все-таки я вас к этому призываю. Прямо словесно вы можете от него отстреливаться, вы можете от него отбиваться, потому что Библия говорит: «Противостаньте дьяволу, подчинитесь Богу, противостаньте дьяволу, и он бежит от вас». Да, бывали случаи в моей жизни, когда я позволял сатане нападать на меня больше, чем следовало. И в конце концов я понимал: «Слушай, сатана, уйди отсюда, уйди из моей жизни, потому что моя жизнь посвящена Богу, по вере». Еще одна тактика защиты, когда приходит ложное чувство вины, заключается в том, чтобы напоминать себе о Божьей благодати, о том, как Бог проявил свою благодать на кресте. Потому что именно на кресте восстанавливается то, что казалось потерянным навсегда. Иисус сказал: «Свершилось, оплачено, сполна». Послание к Колоссянам, 2 глава, 13 и 14 стихи. Мы читаем: «Простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту».
Клайв Льюис говорит об этом так. Если уж Бог прощает нас, то тем более и мы должны простить самих себя. Иначе получилось бы, что мы выше самого Бога. Если Бог Вселенной говорит «ты прощен», то кто ты, чтобы не простить себя самого? Ты говоришь, я не могу себя простить. Никак не могу. Но Бог-то тебя уже простил. Готов ли ты принять Его прощение? Вот в чем тут дело. И это очень важно. Очень важно понять, что совершилось на кресте, что Бог уже простил вас. И напомнить себе об этом. Напоминать себе эту истину снова и снова. Напоминать себе о том, что произошло на кресте. Вы разобрались с грехом, Бог тем более с ним разобрался. Все. И вот, основываясь на всем этом, перестаньте казнить себя. Перестаньте наказывать себя. Перестаньте вспоминать свои прошлые грехи. Есть люди, которые почему-то решили, что им и дальше нужно себя наказывать. Они постоянно говорят себе, «Ну, я ведь такой плохой, смотрите, как я нагрешил, вот что я наделал». И люди продолжают бить себя в грудь, и люди продолжают наказывать себя, мучить себя, заниматься мазохизмом. Я говорю, перестаньте, перестаньте. Зачем вы это делаете? Для чего вы это делаете? Зачем вы снова пытаетесь оплатить эту цену? Неужели вы считаете, что цена, заплаченная Христом на кресте, недостаточно? Неужели вы считаете, что можете к этому что-то добавить? Нет, нет, вы прощены. И сопротивляйтесь всякой тенденции наказывать самих себя. Наконец, радуйтесь. Радуйтесь в Божьем полном прощении. И пойте Ему хвалу. Знаете, мне лично это очень и очень помогает. Я не умею петь, я не поющий. Слуха у меня нет, но я читаю тексты христианских гимнов и пою просто в душе. Не вслух, а в душе, чтобы никому не мешать. Я радуюсь. Я действительно обращаюсь к Нему. «Да будет Отцу Всеблагому хвала! Господня любовь нас от смерти спасла. Спаситель, да будет тебе честь вовек. Лишь в тебе избавление нашел человек». Аллилуйя! Честь и слава! Понимаете, вы можете просто читать гимны, любые, те, которые вам близки, те, которые вы хотите читать, гимны, которые говорят о кресте Христовом, гимны радости, и вы будете радоваться, вы будете славить Христа. И таким образом сатана действительно отойдет от вас, потому что вы будете прославлять Бога. Вот еще одна песня, Псалом 39. «Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему». Вот это произошло после большого падения. Ведь у Давида было действительно падение. Он нарушил 4 из 10 заповедей. И после этого он пишет псалмы: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». И когда вы начинаете славить Бога, не снова каяться, не бить себя в грудь, и не позволять сатане на вас нападать, но славить Бога, вот тогда вы вспоминаете Священное Писание, вспоминаете те стихи, которые мы с вами читали, и вы будете действительно радоваться и прославлять Бога, и вас поразит Его благодать, вас поразит Его милость. И когда снова нахлынет чувство вины, я верю, что вы вернетесь к Священному Писанию, и вы снова и снова будете повторять это, и снова будете славить Господа, и все это станет реальным в вашей жизни. Обращайтесь к Священному Писанию, перечитывайте эти стихи и задавайте себе один вопрос. Освободился ли я от чувства вины? Если нет,
то почему нет? Может быть, по тем причинам, о которых мы говорили в наших лекциях? Если да, то разберитесь с этими причинами, разберитесь с самой сутью и живите ради Господа. В следующих лекциях мы еще будем говорить об обиде, о беспокойстве, но бегите к Божьим заповедям, стремитесь к Божьим заповедям, потому что они освобождают ваше сердце. Бог хочет освободить ваше сердце и от вины, и от обиды, и от беспокойства. ТВ-семинария – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.